святой равноапостольный великий князь Владимир воспылал любовью ко Господу. И хотя историки пытаются объяснить крещение Руси политическими, экономическими причинами, все это человеческие объяснения. Ничто не могло бы изменить внутренней жизни язычника, переродить его, отрести слепоту душевную вкупе же и телесную, если бы сам он не пошел навстречу Христу и, встретившись с ним в купели Херсонесской, стал другим человеком. Изменился язычник на святого и благоверного, и великого, и равноапостольного князя, пастыря своего народа, который крестил Русь, начертал новые духовные ценности на скрижалях народной жизни, определил на века развитие, духовное совершенствование и возрастание своего народа. Вспоминая молитвенно святаго равноапостольного и великого князя Владимира, искренне, от всего сердца, обратимся к нему с молитвой о сохранении в единстве духовном всего наследия его, о народах, которые являются преемниками того народа, что крестился в Днепровской купели, о церкви нашей, хранительницы предания Святой Руси, равноапостольного и великого князя Владимира.